Не мешай, не мешай остаться одним, моя печаль. Улетай, улетай в свой далекий космос и меня забывай. Эти крылья не мои, я не могу их расправить. Эти крылья не мои, я никогда не взлечу. Крылья не мои, я не могу их расправить. Крылья не мои, 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 мои. Видать, спил ты меня, меня зацепил ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Меня зацепил ты. Ведь зацепил ты меня, меня зацепил ты. Я сижу, курю один, но спасает никотин. И забудь и не вспоминай, просто забудь и не вспоминай. Все без тебя не так. Лечу к тебе, словно комета. И даже под дулом пистолета я найду тебя, я найду тебя, я. Ведь без тебя дико мне так. Ты просто подойди ко мне, да. Я знаю, будет наше это лето. Ведь ты моя, да, ведь ты моя, да. Все без тебя не так. Лечу к тебе, словно комета. И даже под дулом пистолета я найду тебя, я найду тебя. Сантиметр твоего тела станет километрами между нами. Скажи мне эти три слова, что ты так давно хотела. Давай останемся друзьями. Костюм на стиль, обнимай живот и мир. Деньги валятся из карт, надо душу отвести. Хочется и отдохнуть в красоте элитных шлюх. Только что без лишних глаз, не переживай, лови. Дымится на столе шантаж, тлеет на столе шантаж. Селяби, все, что захотим, отдашь. Все, что захотим, отдашь. По любви, но тлеет на столе шантаж. Тлеет на столе шантаж. Селяди, все, что захотим, отдашь. Все, что захотим, отдашь. А у меня во дворе ходит девочка с каре. Она любит мефедрон, она любит мефедрон. А у меня во дворе ходит девочка с каре. И я так в нее влюблен, и я так в нее влюблен. Но тебя повстречал, хочу тебе написать. Прошу, открой мне свой чат. Девочка в тренде, девочка топ. Я видел ее танцы, танцы в тик-ток. Она любит лайки, лайки, лайки. Как же мне теперь ее найти, найти? Девочка в тренде, девочка топ. Я видел ее танцы, танцы в тик-ток. Она любит лайки, лайки, лайки. Как же мне теперь ее найти, найти? Ты пчела, я пчеловод. Нам с тобой повезет. Ты пчела, я пчеловод. А мы любим мед. А нам повезет. Танцы нас унесет. Давай мы с тобой сыграем в прятки. Я с тобой играть не буду. Я найду себе намного лучше. Я найду себе совсем другую. Давай мы с тобой сыграем в прятки. Я тебя искать не буду. Я найду себя совсем другую. Все мои сюжеты по твоим картинкам. Девочка, разноцветная витаминка. Сегодня я буду любить тебя сильно, пока в моей голове действие.
разноцветная витаминка. Сегодня я буду любить тебя сильно, пока в моей голове действует витамина. Так, дальше грустная песня. О. Алло, Акстар, привет. Я помню, ты играл песню Трилпила «Грустная песня». Не мог бы ты сыграть для моих подписчиков эту песню прямо сейчас? Сыграть грустную песню? Да, без проблем. Которую ты заслужил, ты же молодец. Ярик Бро, с тобой на канале Хижина Музыканта. Сегодня у нас хиты 2019 года. Мне выпала честь сыграть такие хиты, как Егор Крид, «Сердцеедка» и Макс Корж, «Два типа людей». Сейчас мы как тебе их сыграем, прям вот. Кстати, розыгрыш струн будет в конце видео, досмотри его. Да, ссылочка на мой канал в описании. Спасибо, Раим, что пригласил. Погнали, коллаба, которую мы заслужили. Поздний вечер, из окна на кухне тени зажигают свет. Хотя, знаете что, у каждого хиты 2019 года свои. Например, в 2019 году мне очень нравилась вот эта песня. Я помню белые обои, черная посуда на скрущенке двое. Кто мы, откуда, откуда задвигаешь? Знаете что? Границу ключ переломлен пополам, а наш батюшка Ленин со серым усом он разложился на песни на липовый мёд, а перестройка все идет, идет по плану, а вся грязь превратилась в голый лёд, и всё идёт по плану, и всё идёт по плану, и всё идёт по плану. И коллаборация. Я ворвался как мог, ребят. Чтобы было еще больше Ярика Бро, пишите в комментариях, типа, давай еще Ярика Бро, давай коллабу с Яриком Бро, Ярик Бро, 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 Бро. Все, продолжаем дальше, погнали. Лепи в говно, как профессиональный говнолепари. Что вот из этого списка, из того, что мы сыграли и спели, вам понравилось больше всего? Напишите в комментариях, какая песня вас зацепила. Все разборы будут в описании под видео. А если ты никогда в руках не держал гитару, но хочешь научиться играть так же классно, как я и мы с ребятами, то в описании под видео есть мой самоучитель по гитаре и вокалу. Проходи их, и уже скоро будешь петь, это не так сложно. На самом деле, я не сыграл хит 2019 года, да? Я просто старый, я слишком старый. Типа, сердцеедка, границы, ключ переломлен пополам. Была бы моя воля, мы бы еще кино сыграли, все альбомы. Да, «Гражданская оборона». Да. 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 Друзья, не сидите дома. Начните Новый год с новых целей, с осуществления своей мечты. Мы здесь ненадолго на самом деле. Начинайте делать, к чему лежит душа уже сейчас. Переезжайте с того места, где вам нехорошо, где толпа, где народ не соответствует вашим принципам, который тянет вас на дно. Есть намного круче места, есть места, где люди просто живут припеваючи. Поэтому ищите, выдвигайтесь из своего маленького города в более крупный, развивайтесь там. И как сказал Макс Корж, таких возможностей, как которые сейчас есть у нас, не было ни у кого. Еще только 20 лет назад всего этого не было. Бери
и учись чему хочешь в интернете и уже осуществляй все свои заветные мечты. С наступающим Новым годом вас, ребята! Давайте топить, добиваться целей, строить бизнес, делать музыку и становиться лучше, круче, чем все остальные. Поехали! Сегодня 31 декабря и пришло время подвести итоги розыгрыша комплекта струн Дадарио. Для этого нужно было под видео разбор топ-5 песен ВК на гитаре написать комментарий, как вы провели год, поставить лайк и подписаться на Хижину Музыканта, плюс на мою инсту еще. Почитал ваши комментарии, много душевных, сильных, волевых комментариев. Для многих был год сложным, и вы смогли протащить этот год, затащить, за что вам респект. Я решил сделать несколько мест, то есть по комментариям я выберу одного победителя, который получит комплект струн. Точнее, я уже его выбрал, только что прочитал ваши все комментарии. О нем скажу чуть позже. А пока что давайте случайным образом определим трех победителей, которые получат новый видеокурс «Король аккомпанемента». Просто решил вам сделать подарок такой. Поехали. Через сайт andvoddi.ru определяем рандомно победителя видеокурса. И первый победитель — Виктория Бажок. Год прошел очень продуктивно, всегда мечтал научиться играть хотя бы на одном музыкальном инструменте и решил, что этим инструментом должна стать гитара. Благодаря вашим урокам освоил азы и даже научилась играть пару песен. Спасибо за то, что вы делаете. Очень приятно, Виктория. Второй победитель под ником 01123058ifi. Год прошел отлично, закончил универ. Поздравляю, чувак. Универ закончить тоже надо суметь. Обязательно напиши мне. И третий победитель у нас. Год прошел довольно хорошо. Раиль, ты сделал мой год. Каждый твой ролик — это мотивация. Ты очень классный. Продолжай в том же духе. Дарья Тишунова. Поздравляю с победой в рандомном конкурсе видеокурса. Тоже напиши Дарье мне ВКонтакте. Я тебе вышлю видеокурс. Итак, друзья. Чувак, который получает по комментариям комплект струн, это человек под ником Home Covers. Это Илья, если я не ошибаюсь. Он очень смелый парень, потому что участвовал в моем конкурсе, принимал челленджи и спел в торговом центре песню, спел в автобусе. Чтобы все это сделать, принять каждый из моих челленджей, нужно иметь смелость. И Илья этой смелостью обладает, за что ему респект, и хочу отблагодарить вот за участие в моем конкурсе, в моих челленджах комплектом струн. Илья, напиши мне обязательно в ВКонтакте.